станция замечательная. Вот, ведет себя хорошо в любых условиях, все погодное. Вот, по обнаружению различных типов средств вероятного противника без пререканий. В период проведения, в период несения боевого дежурства в составе пункта управления бригады, данная станция была обнаружена также средства, беспилотные летательные аппараты, самолеты. Были против станции, были использованы помехи, с чем станция благополучно борется, перенастраивается и, соответственно, выдается информация о воздушной обстановке в вышестоящий командный пункт. Есть средства беспилотные летательные аппараты типа «Байрактаров», а также истребительная авиация, которая используется различные средства помех, активные, пассивные помехи. Станция с этим замечательно борется. Хочу сказать также своему расчету, который четко знает свои основные обязанности, выполняет, и, соответственно, выполняется общая задача по охране, обороне, прикрытия войск, соединения, объединения. Да. Настроение позитивное, всегда готовы выполнять боевую задачу. При обнаружении цели, соответственно, на индикаторе кругового обзора появляется определенная отметка. В зависимости от его размера можно определить, это цель малогабаритная, низколетящая, в зависимости от его устойчивости, в зависимости от его ответов по госпринадлежности, выдается на вышестоящий командный пункт информация. А цели, которые высоколетящие, истребители, бомбардировщики, также разведывательная авиация, так скажем, она строп, отметка хорошая, четкая, и если отсутствует ответ на запрос, соответственно, по нему командный пункт принимает решение.